Всем привет! Сегодня 27 июня. Начали уже как неделю готовиться к уборочной. Один комбайн сделали, уже подготовили. Выгнали на улицу. И это у нас комбайн Massey Ferguson 7370. Бета-версия. Комбайн двух барабанов, точнее сказать, один барабан, и вместо второго барабана ротор стоит. Система замков гидравлики. Один приводной кардан. Место для гидравлики, когда жатка цепленная. Такой вот фаркоп, роторы, чтобы не кину разбрасывать. Трешатный стан с клавишами, деревянные подшипники. Мажущиеся, которые не масленки. Измельчитель. Это наверху камера заднего вида. Фонари заднего вида. Вот такая лестница съемная на нем стоит. Жатка с элеваторами. Сразу можно, если косить рапс, только устанавливаются боковые ножи. Когда пшеница, просто боковые ножи снимаются и косится без всяких рапсовых столов. Как на джиндире, к примеру, на моем комбайне. Два шнека. Жатка 7-метровая. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока!